Всем привет! Мы сегодня открываем мебель для котенка. Котенка я назову Мурком. Я сейчас вам расскажу, покажу, что есть в наборе. Начнем открывать. Вот у нас гладильная доска, утюг, конечно же, для нее. Так. Вешалка, чтобы вешать куртки. Там что-то еще. Так. Ведро мусорное. Вот у нас ведро мусорное. Вот у нас духовка, чтобы что-нибудь жарить, там готовить. Вот у нас тут умывальник. Так, наш кроватка. Вот у нас кроватка. Еще одна кроватка. Вот у нас еще одна кроватка. Вот у нас в кроватку. Это игрушка у нас. Ложить у нас. Наш он называется кухонный шкаф. Так. Вот еще один. У нас игрушка еще одна. Сушить вещи у нас. Сушилка. У нас главный герой. Это убираем. Вот у нас главный герой. Мурка. Готовить любит. Все любит делать. Есть игрушки, с какими она играет, сушит вещи, вешает их. Когда пришла там с улицы, она может гладить у нас. И перед готовкой мыть руки. Так, ой. Ладить вещи. Так. Готовить у нас. Готовить. Оп. Хоп. Моем руки. Если вам понравились мои игрушки, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!